Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 6 февраля. Наши бабушки и дедушки по приметам в этот день судили о грядущей погоде. Коль воробушки в хворост попрятались к морозу и метели. Ежели ночное небо звездами усыпано, значит, скоро придет тепло и снегопад. А если кедр весь в шишках, к хорошему урожаю. А какая же погода ждет нас завтра, 6 февраля? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Глухой Погост Порховского района Псковской области 0 градусов. Как известно, тепло приносит снег. Вот и тут, без него не обойтись. Правда, он в компании с дождем. В деревне Глуховки Даниловского района Ярославской области настоящая зима. Уличный термометр становится на отметке минус 15 и яркое солнце. Вот какой чудесный день, правда? В деревне Глухой Бережок Батецкого района Новгородской области минус 1. И тут тоже снег. Вот дела. То дожди льют, а тут снег падать начал. Ну как без него? Это же зима. В селе Глухониколаевка Нижнеомского района Омской области минус 8 градусов. Синоптики обещают переменную облачность. Ладно, хотя осадков не будет. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!